В здании правительства прошло заседание межведомственной комиссии по контролю за расчетами теплоснабжающих организаций Ульяновской области за поставленный природный газ. Проблема реальная. Многие ульяновские потребители решили, что деньги за газ – это дело десятое. Навести порядок в расчетах, выработать программу погашения задолженностей и не дать остановиться развитию региона – вот задачи главные для этой рабочей недели. «Газпром» – давний испытанный партнер региона. Нет и тени сомнений, я думаю, что вы все со мной согласитесь о том, что ПАО «Газпром» очень давний и надежный, в отличие от многих из нас здесь находящихся, партнер. И это взаимодействие является достойным внимания, примером эффективной работы, нацеленной на благо промышленного и экономического развития. В целом уровень газификации региона увеличился на 14,7% и достиг 67,7%, что выше среднего по России. По программе газификации в Ульяновскую область предусмотрено выделение инвестиций для строительства 13 объектов и разработки проектно-сметной документации по еще 26 объектам. Однако просроченная задолженность бюджетных учреждений и теплоснабжающих организаций поставила все это под вопрос. Ведь платежная дисциплина потребителей за газ – ключевой критерий для определения объема инвестиций ПАО «Газпром». Решение проблемы есть. Итак, первое. Значит, региональное правительство в полном объеме возьмет в свою собственность все теплоснабжающие организации для того, чтобы взять на себя все расчеты по тому соглашению о реструктуризации, которое было подписано перед «Газпромом». Второе. Бюджет Ульяновской области возьмет на себя обязательства по погашению задолженности, которая имеется в том числе и в муниципальных образованиях. Третье. Мы создадим сейчас специальные, как сейчас принято красиво говорить, офисы, проектные офисы, то есть создадим специальные подразделения, которые начнут заниматься платежной дисциплиной. В любом случае, здесь еще раз могу сказать, что недавно в «Газпроме» рассматривалась программа финансирования на 2019 год, и наш руководитель Сергей Борисович Миллер подтвердил, что все обязательства «Газпрома» перед всеми регионами по программам газификации будут на 100% выполнены, несмотря на все сложности. Дебиторская задолженность юридических и физических лиц достаточно высока, но навести порядок можно и нужно. Для всех уверенных в том, что платить за потребленный ресурс не к спеху или не нужно, по словам Сергея Морозова, есть суды и судебные приставы, которые убедят в том, что платить придется. Представители «Газпрома» заверили ульяновцев, что программы свернуты не будут, и плодотворное сотрудничество будет продолжено. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости «Ульяновская правда».